Друзья, всем привет! Вы на канале Дальний Путник. Я сегодня хочу показать, как можно подключить инвертор в большинстве грузовиков. На примере этого автомобиля. Так, у нас это Scania. Принцип подключения. Вот кабель. Он выходит под низа. Знаете, есть у многих автомобилей прущены здесь болты, где кабель. Вот черный — это минус, синий — это плюс. Во время движения автомобиля кабель отключается. Сделан он на такую вот розетку, но контакта основных только два. Сделано так для того, чтобы не перепутать плюс с минусом. И такая вот розетка. Так, сразу скажу, отвечая на комментарии будущие, эти две розетки для рефа. Они для того, чтобы запитать отсюда, подключены одна розетка к одному аккумулятору, вторая к второму, 12 вольт, если вдруг заглохнет рефрижератор. Так это для того, чтобы подкурить. Ну и вот так вот подключается уже в сам инвертор. С розетки синий также идет у нас к плюсу, а черный у нас проходит к минусу. На кабель натянут клеммник, зажат и приклюшен к клемме. Теперь посмотрим, как он подключен в середине. Инвертор закреплен на стену. Через одну дырочку выведен плюс, подключен к плюсу. Через другую, вот она здесь, выведен минус, подключен сюда. Это уже для удобства переносочка, чтобы было удобно делать есть в кабине или же в основном на улице. Инвертор здесь установлен на 2,5 киловатта. Кстати, ссылочку я оставлю в описании. И вот, к примеру, что не только в Scania можно подключить, я вам еще покажу, как вот стоит рядом машина. Думаю, кто узнал водителя этой машины, будет не против. Вот смотрите. Видно вам один болтик и второй болтик. Вы их выкручиваете и пропускаете кабель. Думаю, толщину кабеля вы уже сами подберете себе. Вот. Потому что я тут точно не вижу, какая толщина. Ну все. Думаю, видео будет полезно многим, для тех, кто особенно ездит на каденции. А сейчас у меня все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось. Ну и пишите в комментариях, полезное ли было видео и снят ли, как еще у других парней стоит установлен инвертор.